Эти мальчишки футболом, что называется, живут. Многие играют большую часть жизни. Александр Пусько смотрит трансляции с 3 лет. Сам на поле с 6. Рассказывает, сейчас тренируется 4 раза в неделю, а на соревнования даже у учителей в школе отпрашивается. Те не против, тем более, что одинцовская команда показывает хорошие результаты. На прошедшем первенстве Московской области заняла 1-е место. Самый сильный противник – это Зорький, но мы его недавно выиграли 3-1. И мы их впервые выиграли. Мы поверили в себя и их выиграли. С тем, что Зоркий из Красногорска сильный соперник, согласен и тренер команды. По словам Александра Пекаева, кроме этого, был еще один сложный матч с командой из Химок. Но одинцовцы все равно сильнее. По итогам первенства проиграна только 1 игра из 14. Все благодаря серьезной подготовке. У нас есть недельный цикл, у нас соревновательный период, недельный цикл. То есть у нас, получается, мы в понедельник играли, в среду у нас больше восстановительная тренировка, где-то мы работаем над гибкостью, ловкостью. То есть там в четверг у нас уже такая скоростно-силовая больше работа, нагружаемся, прыгаем, какие-то челноки, ускорения делаем. И в субботу тренировка у нас такая, больше с мячом, какие-то тактические действия. Святослав Короленков в футболе уже 7 лет. Признается, тренировки с мячом любимые, потому что приближены к игре. Бывают квадраты, бывают футбол, бывают пасы. Квадрат – это когда встают 4 человека в квадрат и один в центре. И он забирает мяч, а другие пасуются между собой, чтобы у них не забрали мяч. Первенство Московской области проходило с мая по октябрь. Теперь новые соревнования ждут этих мальчишек только в следующем году. Впереди долгие месяцы упорных тренировок. Тем более, что зимой команде есть где играть. В холодное время года юные футболисты занимаются в крытом теплом манеже. Роман Попов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».